Итак, всем привет! Сегодня идет разговор о походном наборе для умывания, чтобы привести себя в порядок. Умещается он у меня вот в такую сумочку. Она сетчатая, отлично дышит, что позволяет высыхать предметом. Ее можно повесить на карабинчик, на рюкзак, чтобы продувалось ветром. И, собственно, что она содержит внутри? Все по минимуму. Я не говорю, что этот набор нужно таскать с собой в подсумке разгрузника. Он лежит где-то на базе, в лагере, в палатке. Итак, расческа. Самая простая, за 10 рублей. Я ее периодически вот отламываю кусками и ей развожу костер, если дрова сырые и плохо горит. Один бритвенный станок. Да, иногда я его не беру, или он у меня заканчивается, я перестаю просто бриться, приезжаю бородатый. Зубную пасту, то есть у меня есть складная щетка. И, собственно, такой вот баллон, так сказать, таскать не надо. Вот, то есть можно зубную пасту на тарелочку вылить, оставить, чтобы она засохла, и вы, соответственно, можете получить как бы сушеную зубную пасту. Шампунька вот такая вот. Такое же внутри у меня мыло, которое я капаю вот на вот это вот. Это у меня как мочалка идет, хорошо скребется. А полотенце очень быстро сохнет. Она сделана как для теннисистов по технологии CoolMax. Вот в принципе и все. Такой набор очень хорошо вам пригодится в походе.